Иван Айвазовский в своей знаменитой работе «Черноморский флот Феодосии» хотел запечатлеть историческое событие 1846 года. Это был юбилейный год, десятилетие творчества художника. Чтобы поздравить и поприветствовать выдающегося творца, на корабль 12 апостолов прибыли его хорошие друзья. Возглавлял морскую флотилию близкий друг художника, адмирал Корнилов. Торжественность и величие этой картины поражает взгляд зрителя. Спокойствие и тишина наполняют это великое творение. Причал Феодосии покрыт легким туманом, который вскоре рассеется. Это теплый летний день, когда на небе нет ни тучки, ни облачка, а легкие волны создаются только движением кораблей. Художник изобразил чистое светлое голубое небо, темную, спокойную, прозрачную гладь воды, сквозь которую проглядывается чистое песчаное дно, и корабли с красивыми белыми парусами. Множество кораблей, составляющих огромный флот, спешат к берегу. Вдали виднеются городские постройки и могущественные горы Крыма. На берегу флот наверняка ждут мирные люди, поданные Российской империи. Айвазовский на тот момент входил в штаб военно-морского флота, и все его коллеги и начальники выражали слова благодарности и гордости за то, что у их команды такой талантливый человек. Огромный флот со множеством кораблей на полпути к берегу. Легкий туман обволакивает причалы Феодосии. Вся картина переполнена спокойствием и торжественной тишиной, такой обыденной для морского теплого летнего дня. Небо чистое и свободное. На нем нет ни одной тучки, ни одного облачка. Спокойствие картины Айвазовского будто передает настроение борьбы безмятежности и силы российского морского флота. Флот возвращается в бухту. Он целый и невредим. Художнику удалось запечатлеть его могущество, силу и мощь, его готовность к борьбе и защите Родины, показать несметное количество кораблей, в любую минуту готовых к сражению и защите Отечества.